Всем привет! С очередной скупки тут всякие мониторы, много всего, всякого хлама, как обычно. И вот такой вот интересный телевизор попался. Значит, так, это Dell у нас. Вот, модель DSL20M1TS, что ли, если это правильно я произношу и тут ли читаю. Чем он примечателен? Вот, примечателен он кучей всякого, что в нем есть внутри. То бишь у нас стандартные, да, разъемы. У нас карт. ВГАшка есть вот. Всякие тюльпаны для антенн. Тут много всего. В общем, такой. А вот у нас антенка здесь, да, можно подключить. Вот, много всего подключается интересного. Даже здесь какой-то рисунок есть с видео, да. А, ну да, вот оно тут расписано. Даже AUX есть. В общем, такой мульти. И на другой стороне у нас есть... О! Он мне понравился. Целый DVD-плеер. Наушники, значит. USB-флешка. И картридер получается даже, да? Да. Вот. Карты памяти тут и всяких разных форматов. В общем, такой прикольный телевизор. Вот. Ну, весит он, конечно, так нормально. Но, в принципе, его можно использовать и как монитор. Сколько у него тут диагональ будет. Не знаю, это уже у нас как квадрат идет. Если вот сравнивать, то что у нас тут? А19 получается. Вот, если по сравнению с 19, то вот. Ну, наверное, возьмем что-то типа 21 дюйм, наверное. Вот, ну да, такой, конечно. Ну и плюс под него еще надо питание подобрать. Но я его заводил, запускал там от ноутбука. Блочок брал 19-вольтовый. У меня, в принципе, изображение появилось. Все там нормально с ним, звук есть. Я его, в общем, запускал. Тут, если честно, уже даже не помню, куда я подключал это питание. Где-то оно было. Где-то тут. А, ну вот оно. Здесь вот его просто не видно. Вот этот ноут можно подобрать, блочок будет, и, в принципе, эксплуатировать. В общем, какие раньше интересные были телевизоры. Сейчас, конечно, уже такое никто не делает. Но тогда, мне кажется, для своего времени это прям бомба был, а не телевизор. Был у кого-то такой или нет? Пишите в комментариях, как вам такая аппаратура. Всем пока, до новых встреч.